Госсекретарь США Энтони Блинкен снова посещает Израиль. Это его третья поездка в регион после нападения Хамас на еврейское государство. Временное перемирие между Израилем и Хамас приносит результаты и должно быть продлено, сказал американский дипломат на встрече с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в Тель-Авиве. По словам Блинкена, режим прекращения огня дал возможность с одной стороны заложникам вернуться домой, а с другой увеличить гуманитарную помощь мирным жителям сектора Газа. Ожидается, что Блинкен также посетит западный берег Иордана.